Ассаламу алейкум, всем привет! У нас на столе очередные так называемые мелкие пакеты, то есть мелкие посылки сайта AliExpress, которые, можно сказать, идут очень долго по отдельности. К моему удивлению, приехало, можно сказать, довольно много посылок. Здесь моих, можно сказать, 5 посылок. Вот недавно заказ увидел один товар, который, можно сказать, не доехал до меня. Этот, можно сказать, заказ был сделан где-то в марте еще, да? И когда мне сказали, что почта у меня будет посылка, я думал, только будет один товар. А тут оказалось, можно сказать, 5 товаров, 5 посылок таких мелких. Может, из этих товаров будет, может, который заказан недавно, но я, правда, сказать не знаю, что я заказывал, что у меня там только один товар, который я говорил. Еще здесь 2, можно сказать, посылки моего соседа, которые я забрал. И без его ведома хочу его, их распаковать. Думаю, он не обидится, так как мне всегда, когда я хотел, давал посылки на распаковку. Ну что, погнали, здесь 7 посылок мелких. Смотрим, что я заказывал, и мой сосед тоже. Собираем. Давайте начнем с моих. С буквы Б это мои, с буквы М это соседа. Здесь у нас вот такой красный пакет, написано J9, а внутри вот такой товар. Прикиньте, именно этот товар я знал, что здесь будет, так как, вот, как я говорил, недавно проверял, увидел заказ, что товар не пришел. Даже написал продавцу, даже, может, мне продавец ответил, но я еще не смотрел. Думаю, ну, когда если он ответил, скажу, что товар пришел, все нормально. Именно этот товар я знал, а других я не знаю, что посылки, да. Как бы знал, открыл, можно сказать, первым. Здесь 3M скотч, здесь, вот, можно сказать, типа вот такая ножка или подставка, автомобиль, куда можно приспособить эти держатели для смартфонов. Да, бывают такие разные, электронные, не электронные, такие раздвигаешь по-разному. Бывают держатели, которые ставишь телефон и едешь себе, да, телефон у тебя там на панели. Обычно эти крепежи у этих держателей бывают на воздуховод на панели, да, где идет воздух, да. Ну, бывает, эти воздуховоды по-разному, короче, и туда не всякие эти держатели залезают, да. У меня тоже на выставке такие кривые вот такие планшеты поставили, такие кривые вот такие, эти, такие широкие, да. И, ну, вроде бы у меня там, да, держатель вроде бы еле установил, там у меня стоит электронный от BASIOS. Ну, я думал, приклею на этот... на панель, да, и сюда поставлю этот держатель. Но думаю, я не поставлю, так как машину, может, я продам спустя там 1-2-3 месяца, так как уже хотят мою машину, да, купить у меня. И при том у меня уже на панели это такая меховая такая штука, да, чтобы закрыть панель, да, чтобы от солнца и было красиво, да, такая, можно сказать, такой полик на панель, да, специально для Веста я купил. В магазине. И поэтому туда, можно сказать, не пойдет. Вот такой держатель. Может, и поставлю, может, и нет, не знаю. Может, новый автомобиль сделаю. Пока у меня будет лежать, вроде бы. Такая штука. Может, здесь какие-то фотки я поставлю, примерно, как это дело выглядит, да? Цена, здесь, сколько я дал, здесь будет такой, можно сказать, такая ножка для держателя. Специального для телефона, да, автомобиль. Убираем. Берем следующую мою посылку. Я здесь не знаю, что. Тут у нас вот такая штука. А, вспомнил, да, такой же товар у меня тоже был. Из-за того, что время прошло, и заказов этот товар пошел в архив, наверное, да, и поэтому я забыл, что вроде бы искал, не нашел, да, оказывается, наверное, в архиве где-то будет. Этот товар тоже долго ждал. Пришел, это, можно сказать, вот такая типа, вот такая зажигалка, да, есть такая веревка. Наверное, сюда можно, да. Специально вот такая, можно сказать, зажигалка. Пьезо, или как это называют. Там искра, я вижу, искра есть. То есть, чтобы наш обычный газовый плиты зажечь вот так. Я вот, там год назад, да, купил вот такой... специальный такой электрический, который заряжается через USB, да. Ну вот, такой простой, не надо заряжать, типа как пьезо, да.
не знаю, как будет работать, но эта штука металлическая, да, и не будет плавиться по ходу. Вот, вот так держим, газ включаем, и вот так, можно сказать, зажигаем наш газ. Вот такая штука. Сколько я дал цену, здесь напишу, но этот товар тоже я заказывал очень давно. Примерно я, если, наверное, я напишу, нам сейчас август, конец уже августа, да, напишу, сколько примерно месяцев ушла посылка. Просто мне самому интересно, да, товар. Что здесь сколько месяцев ушла и цена, которую я отдал, да. Такая штука. Убираем. Итак, смотрите, как раз нам света нету, поэтому кнопка не работает, видите? Нужны спички или что-нибудь типа зажигалки. У нас вот эта штука, да. Включаем газ. И вот так. И все, видите? Штука рабочая, удобная. Не надо заряжать, как тот, до этого, который был, да. И газ ничего не надо. Такая штука, типа пьезозажигалки. Как по мне, годная штука. Берем вот такую посылку, она тяжелая. Посмотрим, что здесь. Что-то металлическое здесь, походу, да? Короче, вот в таком пакете у нас вот такой ключ. Вот такой универсальный. Под разные эти гайки, да? Как это называется? Откручиваются, да? Здесь написано от 14 до 22. А с этой стороны от 8 до 13. Думаю, пригодится, да, купил такой ключ. Тоже можно сказать, что очень долго. Здесь напишу примерно, сколько месяцев ушло, примерно, или дней, и сколько я отдал. Вот такой толстый, тяжелый, это металл. Вот такой ключик. Универсальный. Убираем. Так, берем следующую мою посылку с буквой Б. Ссылка пустая. Тоже вспомнил, здесь вот такие штуки. Типа это поролон. Я купил тоже на всякий случай. Думал, может, какую-то закидушку себе сделал. У меня удочка есть, купил, но пока еще не пользовался. Да? Если я, мне придет идея сделать закидушку какую-то, да, чтобы намотать леску, да, всю эту леску с грузилой. Вот такие штуки. Может, для другого будет использовать. Но раньше, когда я хотел делать закидушку, у меня была проблема с этой штукой. Какую-то деревяшку, на деревяшку я закручивал, но чтобы делать такое отверстие, была проблема для меня. Тут вот можно накрутить, да, сколько хочешь леску, сделать себе закидушку. Здесь 5 штук, сколько шла посылка, дней или месяцев, и цена, которую я отдал. Убираем. Давайте еще, у меня осталась одна посылка такая большая. Мою посылку на потом сделаем, напоследок. Сейчас откроем соседнюю. С маленькой начнем. Здесь какая-то наклейка написана, автонаклейка. Поэтому надо будет аккуратно открывать. Итак, посылка пустая. Тут у нас вот такие наклейки или одна штука. Или здесь сколько штук, я не знаю. Вот я сейчас вспомнил, уже давно, можно сказать, мне сосед рассказывал, что заказал такие наклейки, эти наклейки под дверные ручки автомобиля снаружи, когда мы вот, у нас такие бои, вот такие закругленные ручки, да, что когда мы хватаем за эту ручку, да, всегда бывает как-то ногтями мы царапаем вниз это ручки, да, углубление, там бывают царапины. Вот туда, вот он заказал, у него сейчас, раньше был акцент, сейчас у него Toyota Corolla, да, он на Corolla заказал, чтобы скрыть эти царапины, чтобы не было там царапин, да, чтобы было красиво. То есть двойная ручка снаружи, да, каждой двери, 4 двери, да, и туда не клеиваем, чтобы тогда берем за ручку, чтобы не царапать
автомобиль, да, покрытие, можно сказать. Вот такие наклейки. Не знаю, сколько отдал и так далее и тому подобное, сколько шла посылка. Но вроде бы тоже долго шла. Это заказывал мой сосед. Может, если такие найду, может, и отдельно какую-то ссылку оставлю, не знаю. Вот такие наклейки. Сейчас берем эту посылку соседа. Здесь такой длинный, что не знаю. Тоже мягкая. Аккуратно откроем. Посылка пустая. Тут у нас вот такой пакет. Китайские иероглифы. Размер 41-42. И постельки, наверное. Да, тут у нас вот такие стельки, да, для обуви. Они такие мягкие. Вниз как будто бы какой-то поролончик, да, вот такой типа, как такой материал. А, ну, то есть, это как бы вверх получается, когда вот так ложим, да, или мы вот так ложим. Именно вот так это низ, а это мягкая часть, как будто бы какая-то ткань, да. И внутри какая-то мочалка. Здесь никакие отметки нету, чтобы там порезать, да, если ваш размер не будет. Но можно будет аккуратно это сделать. А, здесь есть, смотрите, 42-44 написано, да? Здесь 41. А, смотрите, 41-42 написано. 41-42. Почему-то здесь 41-42 уже не видно, а здесь видно. Что они разные, что ли, да? Так, может, вот так делаем. Ну, вроде бы одинаковый. Вроде бы одинаковый. Вот такие стельки заказал сосед для себя. Цена, и сколько шла посылка, я не знаю, поэтому. Ну, вроде бы долго шла, но цена не знаю. Вот такие стельки. Убираем. И берем мою последнюю посылку. Я не знаю, что тут. Прикинь, типа посылка матрешка. Здесь две посылки, да. Но почему-то посылка шла долго, да. Может, и недолго. Это надо уже проверить. Но это мелкий пакет. Может, и посылка не шла долго. Здесь две посылки, так что еще одна посылка, можно сказать, добавилась. Было 7, будет 8 вроде бы. Открываем эту побольше. Тут у нас, все вспомню, это посылка тоже вроде очень давно заказан этот товар, да. Тут вот такая типа брошка, да, в виде, как сказать, в виде это скрипки, да, или какой-нибудь типа такого инструмента, да. Вот я оттуда, вот возьмем оттуда, вот так выглядит. Нормально, сделан добротно. Это заказывала моя двоюродная сестра. Наверное, уже забыл, да? Много спрашивала, я говорю, товар не пришел. С какое-то время, да, долгое. И давно не спрашивает. Наверное, забил на товар. Вот такая, типа брошка, да? В виде скрипки. Убираем. Кстати, вот такая бумажка была. То есть, типа какая-то фашион. Made in China. И здесь, наверное, тоже такой товар будет. Для сестры, не знаю. Откроем. Тут у нас такой пакет, то есть упакован хорошо. Что упало. А вот и две штуки запасные, да. И есть еще две штуки на этих серьгах. Это такие серьги. Вот такие серьги. Одну достану. Вот такая серьга. Типа жемчуг, да? Такие камни есть маленькие. Сделано красиво. Это типа затычки. За ушко, да, чтобы не пал. Не пал, чтобы наша серьга, да? Вот так вставляется, если не ошибаюсь. Так еще они были, да? Да.
Вот так. Такие классные серьги. Тоже вроде бы твоя одна сестра заказала. Вот этих два товара. Кстати, если упадут заглушки, есть еще два запасных. Очень, что очень хорошо. Сейчас мы будем заканчивать нашу распаковку. Итак, будем завершать нашу распаковку. У меня на распаковке были вот такие мелкие товары. Товары довольно интересные, которые, можно сказать, шли очень долго. Хотя я такие товары, даже эти товары заказываю не по отдельности. Когда заказываю мелкие пакеты, я заказываю по несколько посылок, да, товаров. Так как хочу, чтобы они посылки пришли быстро, посылки матрешка. Но, к сожалению, некоторые отделяются от посылки матрешки и идут очень долго, а некоторые, даже многие, идут посылки матрешки, проходят быстро. Поэтому вот наши отделившиеся, можно сказать, мелкие товары, да, которые, как я говорил, шли очень долго. Как по мне, товары годные, интересные. Как считаете вы насчет этих товаров, пишите в комментариях. Всем, кто досмотрел до конца, давайте напишите в комментарии слово, например, скрипка. И я буду знать, что вы именно досмотрели до конца, и вы красавчики. Не забываем подписаться на мой телеграм-канал, второй ютуб-канал и другие соцсети, которые будут в описании под каждым видео. Всем удачи, всем пока. И еще в конце забыл сказать, звук всей этой распаковки был сделан на беспроводной микрофон от фирмы Boya, который был ранее на распаковке. Как считаете вы насчет звука, тоже пишите в комментариях.